известный как Дежавю. Ты приезжаешь туда, где никогда не был. Но все кажется узнаваемым. Ты смотришь в лицо незнакомки. И возникает чувство, что ты знаешь ее всю свою жизнь. Мы встречались? Да. Мы встречались. Дежавю. Многие полагают, что это проделка разума. Но правда еще более удивительна. Что если мне надо поверить самую важную вещь в мире, но я знаю, что мне не поверят? Я попытаюсь. Вдруг меня уполномочили взять еще одного человека в команду. Я хочу взять тебя. Почему меня? Потому что ты умеешь отгонять время. И ему открою секрет. Это новая программа. Видит любой объект 4 дня назад. Правительство не хочет, чтобы ты знал. Это не запись камеры, это реальное прошлое. Да. Найден способ сворачивать пространство в самого себя. Помните, как вырубилось электричество? 2 года назад. Ваша работа. 50 миллионов домов. Я ошибся. Да. Предотвратить катастрофу не сможет. Думаешь, ты знаешь, что будет? Ни черта именно. Тот, кто раскроет тайну Дежавю. Что если мне надо поверить в самую важную вещь в мире, но я знаю, что мне не поверят? Я если я уже это делал. Дежавю. Если вы думаете, что вам это кажется, вернитесь и посмотрите снова.